оценки фильмов у лидирующего Яна Вагнеса Ридера, но, конечно, по сумме Кубка мира, очередное, вернее, финал Кубка в биатлоне в Тюмени. И вы видели только что Александра Логинова, который будет стартовать в десятке номинации «Новичок года» наряду с Эспеном Андерсоном, Винсентом Гайгером и Кристианом Ирвисом. Конечно, зрители русскоязычной версии телеканала «Евроспорт», особенно...